Дамы и господа, творческий подход нужно всегда приветствовать. Вы знаете, Азербайджан имеет собственный бренд творческого подхода. Это прежде всего закрывание глаз на существующие предметы. Согласно Азербайджану, нет никакого конфликта в Нагорном Карабахе, нет военнопленных, не было использования запрещенных видов оружия во время войны 20-го года, не было разрушения культурного наследия, и это не происходит в настоящий момент, не было и нет террористов в нашем регионе. Не было вооруженных сил, которые в настоящий момент находятся на суверенной территории Республики Армения. Это очень интересный подход к решению проблемы. Просто ее не замечать. И хотелось бы заявить о азербайджанской делегации, что на Южном Кавказе не работает Маастрихтские договоренности. И можно просто не замечать проблемы и не думать о будущем. Несмотря на твердую решимость народа Арцаха, будущее, оно ведь неизбежно. И хотел бы от имени бывшего президента Армении, который преследуется азербайджанскими диктаторами и который заявил о том, что Арцах никогда не станет частью Азербайджана.